Привет, народ. С вами опять Астон. Ну, наконец-таки я немножко улыбаюсь, потому что надеюсь, что мне помогли советы ребят. Спасибо, кстати, всем, кто советовал мне маломальски какие-то вещи, которые помогают справиться с тильтом. Например, наш куратор посоветовал курсы также Невна, и особую благодарность хочу сказать моему коллеге из моей группы, психолог, и он помог мне очень хорошим советом. Он мне давал много советов, но не все из них я мог реально выполнить. Но на самом деле один совет шикарный он сегодня дал мне. Высвободить свой гнев в физическом плане. То есть начать отжиматься до упора, вернее, до упора своих сил, а затем принять контрастный душ, так сказать, перезапустить свое тело. Это реально помогло. Ну, то есть перезапустить даже, может, не тело, а дух, мозг и так далее. Ну, то есть я взглянул, на самом деле, на себя немножко по-другому. Вот жена не даст соврать, аж руки сегодня тряслись от злости. А после этих упражнений мне стало легче. Конечно, причину тильта буду еще искать. Она кроется не в покере, она кроется где-то в моей жизни, потому что покер — это просто был катализатор. Ну, собственно, думаю, про тильт хватит, а то мало ли вернется. Вот, сегодня сыграл опять в минус. Результаты вы можете там где-то в заданиях посмотреть. Но думаю, завтра, вернее, не думаю, а решил, завтра будет перезагрузка. Завтра я открываю один стол. Играю только по префлоп модели, четко по ней, никаких отклонений. То есть буду начинать, грубо говоря, все с нуля, потому что у меня части еще плюс все перемешалось. Я до этого проходил курс от чертика. Не будем давать рекламу других ресурсов. Проходил курс от чертика, и у него немножко другой подход, в принципе, к модели обучения. И поэтому у меня вот эти две модели перемешались. Здесь сразу даются спектры широкие, а там все наращивается постепенно. Дается определенная базовая модель, очень тайтовая, и потом к ней, как к модульной, как модулями, пристраиваются защита блайндов, защита СБ, защита ББ, три беты те же. То есть там практически в самом начале не играя, ничего не играешь колом, ничего не играешь. СБ и ББ практически не защищается, только топовым диапазоном защищается. И вот это у меня просто одно на одно, как говорил один известный мужчинка, широкая на широкую. Это, в общем, трындец. Собственно, поэтому завтра я планирую перезапускать свой мозг, Reload 2.0, так сказать. Ну и завтра будем смотреть результаты. Буду играть один стол, да, это немного, да, я уже, в принципе, не могу бороться за приз, там, банкролл $200. Но, собственно, это не моя главная цель была изначально на курс, когда я приходил. Я приходил сюда получить действительно хорошую базу, и я чувствую, что вот она, но, честно говоря, информации столько много, что у меня, может быть, часть причин, из-за которых случился тильт, это еще перегруз информации. Мой знакомый товарищ, который уже давно играет в покер, он иногда периодически консультирует меня по каким-то вопросам и дает мне очень дельные советы. И вот один из советов был взять перерыв. Ну, перерыв мне выходной
не очень сильно помог. Ну, собственно, вот. Ладно, будем заканчивать. Видео уже идет очень долго. Всем, ребят, заканчивается, кстати, вторая неделя. Всем хороших выходных и начала хорошей новой недели. Всем пока.